Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению почти 500 военных, участвовавших в попытке государственного переворота в июле 2016 года, передает канал 13 со ссылкой на турецкие СМИ. Среди осужденных есть высшие офицеры, в том числе экс-командующий военно-воздушными силами страны Акын Оztürk, один из руководителей попытки переворота, и другие лица, находившиеся в это время на авиабазе Акинже под Анкарой. В числе осужденных на пожизненное заключение входит 22 пилота военно-воздушных сил Турции, которые участвовали в авиаударах по объектам, связанным с правительством, а также экипажи танков, вертолетов, участвовавших в путче. Всего было осуждено 475 человек, из них 365 на момент оглашения приговора находились под стражей. 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров вооруженных сил Турции предприняла попытку переворота и захвата президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов. Более 2000 получили ранения.